Ну что, я на работе. Сегодня снимаем у нас второй этап конкурса «Человек года». Я целое утро смотрю директы ваши отмеченные. Вы лучше у меня, спасибо. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами. Это ненормальный вайб, это аромалай. Лучше все закрой, снова снова чуть. Это ненормальный вайб. Коля положительная и уважительная, потому что она пример женщины, которая может своим трудом достичь очень больших высот. Также Оля позитивная, добрая и, самое главное, она хорошо общается со всеми людьми, которые ее окружают. Максимально стараюсь свои беречь ножки, когда есть возможность без каблуков. Такой образ мы сегодня сделали на шоу. Казаки, юбочка, модные рубашки, замши, косички. И прическу я тоже делаю для льда, чтобы завтра было удобно тренироваться. Не пропустите сегодня «Человек года» в 23:00 на канале ТНТ. Сегодня Международный день девочек. И еще, это получается наш день. Девчулечки мои, будьте счастливы. Пускай всегда у вас будут новые платьишки, конфетки и цветочки. Ну что, мы закончили снимать шоу «Человек года». По воскресеньям идет. Сегодня вы увидите первый выпуск «Противостояния». Следующее воскресенье уже других ребят. Так что не пропустите. Смотрите «Дом-2». Болейте за лучших. Интересно, кто, по вашему мнению,
достойно в этом году занять этот титул, зрителей выбирать. Все, я очень устала. Вообще напряженная выдалась неделька. Вчера еще было 2 концерта. Просто невероятных. Спасибо большое, что вы у меня есть. Болит все тело, даже пальцы, шея, ноги от тренировок. Наверное, накапливается все-таки усталость. И какой-то отдых просмотров. Так приятно, спасибо вам большое. Если вы вдруг пропустили ледниковый период, то свайпайте, смотрите на канале. Времени катастрофически мало, поэтому я выключаю телефон и иду на лед. И просто нет сил даже до раздевалки дойти. Вот. Ой, эти все сторис снимают. У кого всегда есть силы, так у это... У меня силы есть всегда. И мы уже ставим 13 номер. Элемент нужен. Перезаряжай, перепережай. Не искушай, без тебя дышать. Мой шрам, ты хотел любить, теперь решай. Перезаряжай, а перепережай. Это ненормальный вайб. Get out of my life. Лучше все сотру, а ты слабость, но true. Это ненормальный вайб. Get out of my life. Лучше все сотру. Перезаряжай, а перепережай. Меня не искушай, без тебя дышать. Мой шрам, ты хотел любить, теперь решай. Перезаряжай, а перепережай. Меня не искушай. Вот так вот две косички трансформируются в две гулечки. Это называется пролонгация прически. Вчера было 2 колоска, волосики заплелись, и мы даже, представляете, плойкой никакой не делали, просто разобрали немножко. Лапка. И вот такая я мишка. Я иду на лобное место. В 10 часов у нас по понедельникам. Это очень поздно. Ну что же говорить, не только по понедельникам. Лобное место у нас сейчас поздно начинается, в 10 часов, потому что до этого мы снимаем шоу. Сегодня понедельник. Я снимаю Дом 2 «Новые лица». И сегодня тоже смотрите в 23:00 Дом 2 «Новые лица». Кто к нам пришел. Кстати, был очень яркий приход, такие девчонки были озорные, интересные.
Ну, в общем, что мне вам рассказывать? Смотрите сами. Дом 2, еще потасовка была на Лобном, драка, ух. В общем, побежала в кадр. Так, снимаю вам костюм вообще без фильтров. Любимый от Ольги Бузовой дизайн. Очень красивого, темно-вишнево-сливового цвета. Так что имейте в виду. В общем, утеплилась я знатно. Хотя еще минуса нет. Но одела зимний пуховик длинный. Нельзя болеть. Вообще расслабляться нельзя. Ни на секунду. И я что-то начала переживать за свои ноги, потому что я сначала радовалась, что у меня они такие твердые. А сейчас мне главный редактор сказал наш, Саша Расторгуев, который тоже с ногами мучается и мучился, что это очень плохо, что у меня просто нога просто железная. В общем, ладно. Я вас уже, наверное, достала со своими ногами. Надо найти где-то какое-то время. Хотя бы вот часик на массаж конкретный, чтобы все это развернуть. Где твой бантик? Где твой бантик? Где твой бантик? Все-таки собакам, да, передается характер. Вот такая вот ты, такая собственница. Вот я должна тебя одну чесать, только я даже на Челси посмотрю, сразу же начинает на нее огрызаться. А потом ее любят, и глазки ей лижут, сестренки свои. Дома я наконец-таки, finally. В общем, пишут мне мои подписчики и друзья: Олечка, где ты, где твой сторис? Ребята, сори. Сегодня 4,5 часа, почти 5, провела на льду, номер не готов, очень из-за этого переживаю, паникую, потому что всегда мало времени, и с каждым разом, как мне кажется, программа наша становится все сложнее. В общем, я все жду момента, когда все будет получаться легко и быстро. И серия, знаете, приехал, поставил, выучил, откатал. Но, к сожалению, пока этого. Так, у нас восстановление. Тима Шляткин сидит тут, караулит. Челси спит, а мы лапки восстанавливаем, как можем, всеми силами. Как найти в себе силы встать, когда их нет? Девочка, как? Скажи мне. Как мне встать? Как? Я прохожу два сложных этапа в течение дня. Первый этап – это встать с кровати, которую просто невозможно преодолеть. И второй этап – это когда я приезжаю на каток, момент надевания коньков. Это просто очень сложно и больно. Но, собственно говоря, первый этап я прошла, ко второму этапу подъезжаю. Хорошего дня. Ну что, мои хорошие, времени мало очень. Я уже на льду, убираю телефон. Нам номер еще нужно доставить, наш пятый.